Чебоксарах стартовала ежегодная ярмарка «Дары осени», на которой сельхозпроизводители со всей Чувашии реализуют свою продукцию. В течение полутора месяцев горожане смогут приобрести картофель, морковь, капусту и другую продукцию, что называется, прямо с грядки. Стоимость овощей ниже, чем на рынках или в магазинах. Фермеры торгуют самостоятельно, минуя посредников. К тому же арендную плату за места с них не берут. В минувшие выходные более 80 сельхозпроизводителей реализовывали товар на торговых площадках города. Около 3000 горожан приобрели необходимые продукты. Цены варьировались от 9 рублей по картофелю до 11 рублей 50 копеек. А по капусте у нас от 10 рублей до 12 рублей. А морковь у нас от 10 до 15 рублей. А свекла у нас от 12 до 15 рублей варьировала. А действительно, наблюдалась активность горожан. По городу организованы более 20 бесплатных площадок для продажи сельхозтоваров. Это и торговые комплексы, и дворовые территории. Для пенсионеров и инвалидов предусмотрена бесплатная доставка. Ярмарки проводятся в Чебоксарах не первый год, и каждый раз в них принимают участие все больше аграриев.